Профилактический медосмотр начинается отсюда. Здесь медики измеряют индекс массы тела пациента, определяют, есть ли у него вредные привычки, и вот измеряют артериальное давление. И только после этого пациент отправляется сдавать кровь на сахар. За свое здоровье спокойно, но на осмотр хожу регулярно, говорит Валентина Флись. Уверена, в любом возрасте чувствовать себя на все 100 поможет активный образ жизни. Конечно, шевелиться надо. А когда не шевелиться, все кости болят. Чаще всего заболеть сахарным диабетом рискуют люди с лишним весом и те, кто мало двигается. Свою лепту вносит и чрезмерное употребление сладкого. Сегодня получить рекомендации медиков и пройти профилактический осмотр в больнице Середавина могли все желающие. Высоких рисков сахарного диабета ни у кого еще нет. Масса тела в пределах нормы. Сахар крови вот отправила измерять. Сейчас измеряю. Но судя по тому, как пациенты себя ведут, какие у них, ну, как они рассказывают о себе, какой у них уровень артериального давления, сахарного диабета у них быть не должно. Сегодня, по словам врачей, болезнь молодеет. В прошлом году в Самарской области сахарный диабет второго типа, то есть приобретенный, диагностировали у 113 тысяч человек. Лучшей профилактикой этого заболевания, говорят медики, является здоровое питание и физкультура. Внимательное отношение к своему здоровью поможет избежать диабета даже тем, у кого плохая наследственность. Есть человек, который имеет больных родственников, но у него сахарный диабет не проявляется, потому что он соблюдает определенный режим питания, соблюдает определенный режим двигательной активности, и у него нет каких-то дополнительных провоцирующих факторов. В случае, когда человек имеет также отягощенную наследственность, при этом он очень мало двигается, имеет артериальную гипертензию и имеет ожирение, то, естественно, у такого пациента сахарный диабет проявится. Тем, кто находится в группе риска, врачи советуют ежегодно проверять уровень сахара в крови. Всем остальным достаточно делать это один раз в 3 года. Алина Чемерис, Константин Головин, «События».